Итак, всем привет! С вами канал «Мир вокруг трилобита», наша рубрика «Забавные животные». И вот у нас сегодня в гостях такой вот интересный лесной клоп. Да, мы вам уже показывали несколько вариантов подобных насекомых. У нас с вами был древесный клоп коричневый. Был клоп-щитник, да, полосатый. Надеюсь, что к этому моменту ролик уже про него выйдет. Но если нет, то смотрите в наших ближайших выпусках в подборке «Забавные животные» ролик про клопа-щитника. У того, значит, на крылышках такие оранжевые полоски. А сам он такого темно-серого цвета. А это насекомое мирное. Снял его со своей майки, вот когда из сада пришел. Да, такой вот забавный представитель мира насекомых. Можно его рассмотреть. Так. Да. Бояться его абсолютно не надо. Он совсем безобидный, не кусается, для человека не вредный. Если его не пугать, то есть там не давить, не пытаться как-то его навредить, то в принципе и такой пахучий, да, аромат он вам тоже не выплюнет, да, так вот не выплеснет в нос. Вот так вот. Выглядит зеленый лесной клоп. Обыкновенно. Человека он не кусает, кровь он не пьет. Совершенно безобидное насекомое. Кстати, таких очень много в Москве и Подмосковье. Он небольшой. Да, то есть вот-вот, ой, извиняюсь. Просто после таких садовых работ на даче руки, естественно, в грязи. И немножко рабочие. Вот кончик пальца, да, вот видно, вот он, и размер насекомого. Но с другой стороны, его можно рассмотреть, пожалуйста, можно взять в руки, чтобы он, вот, кстати, полотенце рядом с ним, да, вот такая фибра крупная, сейчас он по ней полезет. О, какой контраст, зеленый на синем. Вот. Показал он его крупным планом, потому что в прошлый раз мы с вами его смотрели на двери Nissan Murano, по-моему, зеленого клопа я вам показывал. Это было в 2016 году. Вот сейчас у нас есть отличная возможность получше рассмотреть этого лесного гостя. Вот он такой. Следопыт. Спокойно себя чувствует на незнакомых поверхностях, новых местах. Не пытается улететь. Поползал немножко и присел. Вот. Так что сегодня мы с вами увидели зеленого такого лесного клопа. Так. Все. Застыл. Застыл. Не будем его теребить. Сейчас мы выпустим его наружу. Вот. Переворачивать тоже его не станем. Все. Заснул, наполнился. Ну, а мы с вами до следующего сюжета расстанемся на какое-то время. Не забывайте подписаться на наш канал. Пишите комментарии. Делитесь видео с друзьями. Всем привет. До новых встреч. Пока.